Закончил закалку клинка катаны из стали У8А. Вот в данный момент по бликам можно увидеть закаленную часть лезвия. Никаких эффектов дополнительных пока на нем увидеть нельзя, так как шлифовка идет черновая. Ну, буквально на гриндере прошелся на 36-й ленте. Прогиб клинка 10-11 мм идет. Вот упругость стали достаточно хорошая. В настоящий момент буду снимать с нее окалину и оставлять клинок на старение на сутки примерно. Вот. Твердость кромки получилась где-то в районе 59-60 единиц. Вот. Никаких трещин и иных повреждений на кромке не обнаружено. Но буду дальше обрабатывать, там видно будет. Вот как-то так. Тут немножко уже пальцами масляными какими-то заляпал, перчатки или масляный задел. И вот хвостовичок